Еврокубы имеют жесткую наружную упаковку, стальную обрешетку. В нее помещена пластиковая емкость, так называемая колба или бутыль. Верхняя крышка фиксируется на основной части винтовым соединением. Еврокуб крепится на деревянном поддоне винтами и перемещается с помощью вилочного погрузчика. Хранят тару на горизонтальных площадках и стеллажах. Все наши контакты в конце видео. Просим поддерживать наши публикации лайками, комментариями и перепостами.